На строительной площадке нового моста через реку Узолу кипит работа. Мощная современная техника подвозит, равняет, уплотняет. Стараются и рабочие, торопятся, чтобы построить новую переправу как можно быстрее. Автолюбители и местные жители торопят. Все работы планировалось завершить к 1 сентября. Однако изначальный проект не смог предусмотреть все нюансы, которые вскрылись при бурении дна реки для забивки свай. Опоздание было связано с технической составляющей при проведении строительных работ в той части, что были проблемы с установкой свай. На сегодняшний день от старого моста не осталось и следа. Установлены 4 новые бетонные опоры и уложены монолитные балки. Сейчас строители производят армирование и бетонирование мостовых переходов. Также ведутся работы для достижения максимально несущей способности переправы при больших нагрузках. Формируются конусы насыпи подхода под мостом, которые затем будут бетонироваться. По устной информации от подрядчика, в срок до 1 ноября основные работы на данном мостовом переходе через реку Узола будут завершены. После 1 ноября будут выполняться работы по благоустройству прилегающей территории к мостовому переходу. Кроме того, согласно плану, к мосту будет построена автодорога по 300 метров с каждой стороны. Технологически мост будет демонтирован. Узола вернется в свое прежнее русло. Ольга Соловьева, Александр Горбунов, Городец ТВ, специально для «Время новостей».